Доброе утро! Сегодня мы решили поговорить с горожанами о известных личностях. И барабанная дробь, известная личность сегодняшнего нашего утреннего шоу – Александр Невский. Кто это? Что это за персонаж такой в истории нашего государства? Узнаем у челябинцев прямо сейчас. Кто такой Александр Невский? Ну, кто он? Знаете? Наверное, какой-нибудь полководец. Нет? Так, есть. Писатель, поэт. Писатель-поэт? Ну, поэт. Поэт? А, ну да. Русский полководец, да. Князь Киевский. Вот такой был мужик. Помните? На картинках видела. Вот как сейчас помню, да? Да. Полководец. Ура! А еще? Ну, еще актер такой вроде есть. Женщина, скажите мне, пожалуйста. Женщина тоже молчит. Не молчите, женщина. Что же вы такая молчаливая женщина? Кто такой Александр Невский? Знаете, полководец великий. Здорово, отлично, вы уже на полпути к успеху. Что про него знаете, что про него известно? Невская битва. Так, что там было? Ледовое побоище, ну да. Аплодисменты еще одному человеку, аплодисменты. А еще я знаю про Александра Невского, что он был князем. Князем Руси Великой, Киевской. Да, и также полководец. Да. Сколько я помню, в войне с Швецией. Ну, там северные пришли, да, вот эти вот товарищи. Ну, тот, что на озере, помните? Все такие бдыщи, он такой бдыщи, все такие под озеро, под лед. Не помните? Александр Невский – уникальный человек в нашей истории. Огромное количество площадей, улиц, станций метро называют в его честь, снимают кино, снимали и снимают, пишут произведения. Но почему-то мы про него так мало знаем. Друзья, давайте учить нашу родную историю. Хорошего дня!